Цветы, поздравления и добрые пожелания от близких и друзей. К этому счастливому дню Александр и Юлия шли 2 года. Судьба их свела в одном из местных санаториев. Как признаются сами молодожены, между ними сразу пробежала искра. И больше они не расставались. Я до сих пор на этих эмоциях, они меня так не проходят. И надеюсь, мой муж пронесет эти эмоции на всю жизнь. Их история любви развивалась стремительно и красиво. Александр часто делал приятные сюрпризы, дарил цветы, даже признавался Юлии в своих чувствах публично, со сцены городского театра. В итоге предложение руки и сердца девушка приняла, не раздумывая. Вначале одел кольцо, а потом спросил, будешь ли ты моей женой. Я говорю, ты уже одел, зачем спрашивать? Ну, мы шли к этому недолго, 2 года всего лишь прошло. Это вообще не срок, а жить будем всю жизнь. Она просто у меня самая лучшая на свете, и она должна была стать моей, я этого добился. Несмотря на физические ограничения, пара живет полной жизнью, в том числе общественной и творческой. Александр занимается танцами в составе бального коллектива на колясках «Эриданс». На репетициях и концертах в зале всегда она вдохновляет и поддерживает. Молодожены признаются, им вместе легко и хорошо, потому что как никто понимают друг друга. И своим примером семья Герасимовых доказывает, что перед настоящей любовью бессильны любые преграды и обстоятельства. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.